Проект «Читай быстро» представляет главный из книги Скотта Барри Кауфмана «Путь к самоактуализации. Как раздвинуть границы своих возможностей». 10 основных фактов. Не забудьте подписаться на канал и отдать все силы колокольчику, а мы начинаем. Факт номер один. Жизнь – это не компьютерная игра. Среди многих исследователей распространено ошибочное мнение о том, что потребности можно рассматривать изолированно, независимо друг от друга. Поднимайте свой парус. Лодка жизни по Кауфману состоит как из базовых потребностей, безопасности, самоуважения, принадлежности, так и личностного роста, исследования, цели, любви. Первая часть – это сама лодка, а вторая – парус к ней. Важно также помнить, что не каждая цель связана с эволюционным приспособлением. Неправильно определять диапазон возможных поведенческих моделей человека на основании простого перечисления эволюционных изменений. В людях заложены уникальные способности к самосознанию, воображению, разумности. Четвертый факт. Человеческий мозг – это предсказательная машина. Задача мозга – помочь человеку удовлетворить его базовые потребности. Именно поэтому, требуя от нас большого количества энергии для поддержания своей работы, он позволяет нам обеспечивать достаточный уровень внутренней устойчивости и предсказуемости. Жизнь – это ряд дерзких вылазок с безопасной базы. Вся эта история закладывается в нас с рождением. Вырастаем и остаемся весьма чувствительными к отношению окружающих в моменты стресса. Сформированная с детства система привязанности к близким всю жизнь требует подтверждения поддержки со стороны объекта привязанности, будь то родители, возлюбленные или друзья. Стремление примкнуть к племени. Человеку необходимо в жизни установление и поддержание стабильных, близких, позитивных отношений. Чувство принадлежности – одна из фундаментальных человеческих потребностей. В текстовом обзоре по ссылке в описании мы говорим об этом подробнее, приходите почитать. Факт номер 7. Одиночество убивает. Долго быть одному – это серьезная угроза для здоровья человека. Доказано, что социальная изоляция угнетает иммунную систему, обостряет патологические процессы, приводит к болезням. Здоровое самоуважение. Ощущение собственного достоинства – это базовое чувство, фундамент для личностного роста человека, уверенного в эффективности своих действий для решения всех жизненных проблем. Удовольствия разочаровывают, возможное – никогда. Если быть собой, отбросить страхи, тревоги, сдерживающие механизмы защиты, то вас неизбежно ожидает движение вперед, личностный рост и интерес к жизни. Десятый факт. Тихое эго человека. Собственное «я» может быть самым большим ресурсом или самым темным врагом человека. Громкое эго тратит на свою защиту столько времени и сил, сколько хватило бы личностный рост, благополучие и здоровое самоуважение. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Подписывайтесь на канал, отдавайте все силы колокольчику, слушайтесь маму и читайте книги вместе с «Читай быстро».